Всем привет! И сегодня у нас две посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Первое будет эта посылка. Эту отпробуем. Ну и разрежем. Вот сейчас достанем. И там у нас нитки. Вот такие вот сейчас. Нитки. Сейчас снимем эту оболочку. Разноцветные. Вот здесь желтый, синий. И так похоже здесь. Ну и так похоже. Ну, здесь вот еще фиолетовый, оранжевый цвета, красный. Ну и вот такие вот цвета, в общем-то, сами посмотрите. Ну и переходим к следующей посылке. Следующая. И вот это вот. И распаковываем. Вот. Распаковали здесь уже. А здесь есть нечто поинтереснее же. Простите, пожалуйста. Вот, булавки разноцветные. Кругу. Такие вот. Некоторые выскочили. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук. Ну, вот такие вот. Булавки. И еще вот эти вот. Что это? Это я не знаю. Шпули. 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 Металлические шпульки. Металл с дырочками вот здесь. Не очень тяжелые. В принципе, не знаю, что еще добавить. Ну и еще вот это что? Это для швейной машинки. Это для швейной машинки. Так, у нас здесь шпули наматывается нитка. И так вот шьет. Он швейную машинку вставляет и... Или вставляет. Здесь вот. Вставляет. Наматывается вот эти ниточки. На шпули. И вот здесь вот, в общем-то, тоже металлическая такая же повязка, как и они. В принципе, не знаю, что еще добавить про них, так как не понимаю я в этом ничего. Ну что ж, вот такие вот сегодня были посылки для шья, для швейной машинки и булавки для шья. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.